Всем привет! Купили вот такую электронную клавиатуру с русской раскладкой, специально для телевизора. Но русская раскладка не выбивается, постоянно английская раскладка. Ну, давайте разбираться, в чем проблема. Сейчас покажу, я разобрался. Так, для начала нужно включить телевизор. У меня Android. Название Ergo. Так, берем нашу клавиатурку. Включаем ее. Загорелся синий индикатор. В принципе, она уже работает. Так, заходим. Opera. Пульт нам уже не нужен. Так, скачиваем программу. Называется Russian Keyboard. Вот здесь прям прописываете. Давайте покажу, ладно. Так. Вот оно мне уже прописано было. Выбираем. А вы прописываете. Пишем. Russian Keyboard. Так. Нажимаем Enter. Вот эта программа. Нажимаем. Последняя версия. Выбираем. Выбираем скачать. Загрузка. Так. Открываем загрузки, нажимаем два раза по ней, так, установить, так, открыть. Заходим в аппаратную клавиатуру. Выбор раскладки. Берем два пальца и подтягиваем вверх. Выбираем External Keyboard. Выбираем. Выбираем раскладку клавиатуры, переключение, ну, чтобы менялась она. Есть тут просто Ctrl-Shift, Alt-Shift, Alt-Space, Shift-Space или свой код. Ну, давайте Ctrl-Shift. Мне, допустим, так нравится. Выбираем ОК. Так, далее. Далее нажимаем Escape. Выход. 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 Закрываем это все. Все, вышли. Так, заходим. Настройки. Шестеренка. Дополнительно. Метод ввода. Russian Keyboard. Выбираем. Есть, выбрали. Выходим отсюда. Заходим, ну, допустим, приложение Zone, или там вы в браузере смотрите. Ну, открываем Zone. Тут просто бесплатные фильмы и сериалы. Так, выбираем поиск и нажимаем Ctrl-Shift и пишем, так, и пишем, допустим, «Властелин колец». Властелин. Войны мира, властелин мира. Давай мира. Так, Никола Тесла. Вот, все так переключается, так, на English. Так же само.
Переключаем. Индикатор загорелся, значит, мы переключились. Вот он пишет по-английски. Так, закрываем это все. Удаляем. Так, выходим. В YouTube. В YouTube совсем все по-другому. Тут вы пишете английскими латынью, типа буквами, и оно как бы в раскладке русское. А чтобы по-русски писать, не получится. Смотрите, видите, точка сразу. Даже если переключусь. Не, не срабатывает. Ну, ничего страшного, мы переключились и пишем. Допустим. Ходячие мертвецы. Так. И вот теперь пишем. Русской раскладкой. Вот, ходячие мертвецы. Вот оно у меня сразу появилось. Дальше. Что можно? Максик любит у меня сын. Смешарики. Шарики. Вот смешарики, пожалуйста. Чик. В Ютубе только так это работает клавиатура. По-другому она никак. Ну, как-то так, короче. А, и да, еще хотел вас предупредить. Когда будете обратно включать телевизор, вот включаете его, да? Нужно обратно переключаться. Настройки заходите дополнительно. Метод ввода. И выбирать постоянно раскладку. Чтобы она заработала. По-другому она работать не будет. Она не будет, если вы выключите телевизор, работать не будет. И она будет постоянно выключена. Так, он просится обновиться. Вот оно. Будет вот так писаться у вас. И вы будете нервничать, переключаться, а ничего не будет. Так, переключаемся. Только так. Ну, все. Если понравился видос, ставим большой палец вверх, подписываемся на мой канал. Всем пока.